Привет всем моим близким, друзьям, знакомым. Для тех, с кем еще не знакома, меня зовут Дарья. Я живу в Израиле. Сейчас я в декретном отпуске, очень нуждалась в работе, так чтобы, сидя дома с ребенком, зарабатывать деньги, поддерживать бюджет нашей семьи. И слава Богу, такая работа не заставила себя ждать. Я сейчас хочу продемонстрировать вам результат своей работы. От своей компании я получила карточку, по которой могу в любом месте снимать свои заработанные деньги. Окей. Оп, неправильно. Вот так. Он нам предлагает 1000. Зеленый. Да. Yes. Вот результат моей работы между горшками, кастрюлями, сидя дома с ребенком на руках. Я очень довольна. Слава Богу. Мы сейчас поедем домой и продолжим свою работу. Я буду очень рада поделиться информацией с теми, кто желает тоже иметь доход, приличный доход, большие деньги. Лилечка, вот тебе карточка, подержи. И, пожалуйста, пишите на скайп, звоните, и я поделюсь с вами информацией. Мой скайп Дарья1979. Буду рада знакомству и общению с вами. До встречи. До встречи, Майя.